Всем привет! Привет, привет! Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня у наших девушек праздник в школе. У нас скоро каникулы и каждый день какое-то мероприятие. Сегодня у нас что? Патронат-фест. И что это у нас значит? Это праздник нашей гимназии Патрину. Там, где все классы делают какой-то стенд, задание для других учеников или для других людей, которые туда придут. В общем, гимназия наша находится прямо на пешеходной зоне в городе. Там сегодня, суббота, будет много людей. И девочки ставят такие столы, палатки, классы. Каждый класс, да? Да. С какими-то заданиями, тестами за маленькие деньги. Собирают деньги для школы. Нет, мы собираем деньги для партнер-школы в Бразилию. Ага, для Бразилии, для детей в Бразилии, для бедных. Мы это уже когда-то показывали. Да. Простите, так. Ну, мама вряд ли получится снять, потому как у меня неимоверное количество дел. Да. Я постараюсь успеть к концу мероприятия посмотреть, что там происходит. Да. И, девчонки, удачи, собрать вам много денег. Спасибо. Давайте хорошо повеселиться, девочки. Так, я приехала к Александру, к электрику на дачу. Снова привезла поломки от палет. И вот такая у Александра красотища здесь. Ухаживает он один. Посмотрите, как все красиво. Огромное количество цветов. Пиончики уже отцветают. Но розы еще волшебные. Красота просто. А эти розы еще и пахнут замечательно. И виноград. Красота. Малинка. Так. А здесь у нас даже прудик есть. Смотрите, водопад. Красота неимоверная. Так, я подъехала за девочками, уже скоро окончание праздника. Вот Нелюська идет, я позвонила. Привет, Нель. Привет. Ну что, как дела? Хорошо. Так, мне надо еще в аптеку, я вернусь за вами. Окей. Как все проходит? Хорошо, я выиграла блокнот, резинки, карандаши и конфеты, но я их уже съела. Уже съела? Да. Молодец, Неля, лайк. Так, это у нас Неля в роли оператора. Решила пробежаться немножко по школьному двору, показать, что у них здесь происходит, передать атмосферу. Девчонки идут. Закончилось мероприятие. Да.
Как все прошло? Отлично! Мы заработали очень много денег. Молодцы. Подарки есть у всех? Да. У меня только одна вещь. Ну ничего. У меня блокнот, но вы уже слышали. Блокнот покажи, Ныля. О, красота. У Сони тоже есть блокнот. И тут есть место для ручки. О, шикарно. У Сони так, это футбол. Наверное, маме надо подарить блокнот. Да. Ныля. У Сони пауэрбанк. У тебя пауэрбанк? Ничего себе, Соня. Еще у меня вот это. У меня такое же. У меня вот это. И еще у меня... Так Соня богатый Буратино. Классно. И еще там у Сони я много. Я немножко меньше выиграла, но пауэрбанк это очень. А я вообще только одну вещь выиграла, нечестно. Софуля, ну покажи пауэрбанк. Красивый? Ну да, он такой желтый. Давай, Софуль. Ух ты, красивый. Да. У Сони шопер. Витеко. И шопер еще у Сони, да? Да. Шопер это сумочка тиром. Такая. Да, с ее классным этим Соня животным. Классным да, фаультир, это эти ленивцы, да. Седайте, девчата, нам надо купить еще сейчас корм для кошечек и снимать распаковку. Да. У меня такой еще чибу мини-блокнотик. Классно. И на страничках тоже такое солнышко. Ага, ну плохо видно, ну понятно. Окей, так, еще у меня такой гномик, я не знаю. Гномик? Да, такой маленький гномик, Мария, посмотри, пожалуйста. Веселый гном. Так, три таких красивых разных карандаша. Круто, Ныля. Много красивее. У тебя тоже много богатств там? Ну, не очень, надо сейчас. У меня еще такая обезьянка. Класс. Мария, бери. Ой, это тирачка. Да, это резинка. Резинка. А ну, Марусь, мне не видно, сюда ближе мне вот так. Покажи. Можно ее убирать, вот тут такая дырочка. Не видно, во, вот так видно, вот давай. Так. Вот тут такая дырочка. Ага. Суешь туда карандаш. Вставляешь. Так, на карандаше. И это а ну, очень, о. Очень мило. Два таких разных смайлика резинки. Нормуль. О, да, они крутые. И еще такой трост прайс на футболе. Классно. Камушек. Да. В общем, все довольны. Я смотрю, Соня чупа-чупс. А у меня... Снова всем привет. Привет, привет. У нас уже следующий день. Мы приехали в Дортмунд, в парк. Не могу вспомнить название, к сожалению. Приехали по навигатору. Румберг. Румберг. Да. У нас фотосессия для конкурса октябрьского. В общем-то, и... Включаем навигатор. Для нас Татьяна сделала навигацию, куда нужно идти по парку. Включаем и двигаемся, да, девчонки? Да. По одной дороге сюда, я уже короче не шел. Отлично. О, красота. Да, там вода внизу. Да. Так, после фотосессии идем гулять, девчонки. Да. Это что, водопад? Это озеро. Это... Как озеро какое-то, да? Озеро, да. Мама, они там просто где-то не боятся упасть. Ну, там, наверное, не так глубоко, вернее, не так высоко. Смотрите, деревья какие красивые. Да. Шикарно. Здравствуйте. Здравствуйте. Все молодцы, вы уже одеты, как приятно. Мы подошли ко всем вопросам. Идемте, девчонки. Вторая ручка у вас, вот вы взяли соседа, вторая ручка вот сюда и локоточек чуть-чуть вперед, чтобы было видно, что у вас локоточек. Вы разворачиваете корпус. Правая ножка здесь, левая чуть-чуть назад и чуть-чуть назад. Смотрите, когда будут фотографировать, у вас будет или полторы ноги, а лучше две, правда? Потом чем дальше вы поставите, тем это у вас одна нога. Не поднимаем плечи, опускаем плечи, но выводим корпус сюда, чтобы было видно, что вы... Звезды.
Есть? Запомнили? И лицо звезды. Чуть-чуть подбородочек выше. Сильно не... Ну, не внизу. Чтобы было видно. Сторонки, да. Прям по сторонам. Ага. Хорошо. А теперь... может, посадим как-то ее? Можно садить? Да. Ну, я думаю, да. А что ты поедешь? Так, садимся. Сюда. Вот ложина вот на мне внутреннюю часть. Чуть-чуть сюда. А корпус вперед, ручки сюда вперед. Смотри, я сажусь вот так. И одна ручка открывается, а такой сюда. И... нет, да, да. Не расходимся. О, класс, хорошо. Не расходимся. И вот смотри, вот эту ручку не выгнала. Да. Наоборот. Локоточки. Вот так умеет. Можно чуть-чуть сажать. Супер, идеально. Так, умничка. Хорошо, порядочек, да. Смотрите, два носочка, когда тогда посадили. Это же еще пост. А, по-моему, сюда не вызывали. Угу. Было видно, что есть плечи. Улыбочка. Хорошо, порядочек, да. Тебя еще не фоткали, давай. Лили, в лес. У него подъем высокий. Смотри. Хорошо, они сюда смотрятся. Это платформа играет ролечки. Угу. Пофотографировать? Раз, два, три. Выше, выше чуть-чуть. Не, хорошо, хорошо. Порядочек, ты можешь носочках опускаться. Да. Ручки в карманчике и на меня такая посмотрела. А ну-ка, улыбочку красиво. Я хочу посмотреть. Сейчас стою, я тебе. Вот так. Дай, пожалуйста, белые туфли Ани Хар померить. Теперь смотри, чуть-чуть так. Лилиш, идем сюда. И как будто вот в шаге ты идешь. Одну ручку достань с кармана. Вот, другая здесь. Наоборот. Вот это. Карман. И как будто ты в шаге. И вот чуть-чуть. Поднимаешь, прям сгибаешь коленку. Сгибаешь коленку и вот. Сюда, ну, да. Улыбайся. Хорошо, порядочек. Так, давай с тобой. Сейчас, девчонки. Хорошо. Да. Так, ну там можно еще. Принесли, сейчас я подкрашу, да? Да, я принесла. Подкрашу. Ага. Ну, красоточка. Порядочек есть. Давайте дальше. Спасибо. Юлечки, на меня улыбочка. Не-не-не, еще вот беленький люминес у меня. Андрей. Не-не-не, люминес. Ага, на меня улыбка. Ты че? Соня, улыбайся. Ни разу про них говоришь. Так, раз. Улыбайся. Синий. А подождите, раз, два, улыбку, не отвлекаемся. Есть, дальше. Так, Неля, выше подбородок. Так. Есть, дальше. Вот так вот вообще. Все бы. Ой, какие красоточки. Да? Неля, подбородок. Хорошо, порядочек. Есть. Еще раз одну подбородок. Давай, давай, выглядывай. Какую? Конечно. А, вот так? Окей. Ой, какие красивые. На меня, на меня. Подбородок. Подбородок. Выше подбородок. Так. Есть, дальше. Пока время есть, чтобы мы быстренько. Так, на меня улыбочка. Хорошо, дальше. В тенечек. Да, раз, два, три. Порядочек. Классно. У нас небольшая пауза. Пойдем поищем, где можно покушать. Да. Только что заметили, я хочу посмотреть, если тут где-то, может быть, помыс и все такое. А заметили, что Bildungsforum – это форум, по-латински это Marktplatz. Lernbienenstein – это не по-латински. Hortus Medicus. Тоже латынь. Я не знаю, что такое, а Hortus – это Garten. Garten. Да, это сад. Dünner Engelstauden der Brode.
Борда. Да. Непонятно. Ладно, девчонки, вперед на поиски еды. Да. Мы, как всегда, каждый парк мы все время ищем еду. И ищем долго, да? Да, но здесь красиво. Нам повезло, нам подсказали. Там есть еда, и мы сейчас идем, направляемся. Идем. Сейчас и Диане позвоним тоже там. У нас голодные дети есть. Да. Поэтому сообщим. О, гусики. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Не дают кушать, смотри. Ой, маленькие, смотрите, утята. Ну, они наглые, смотри, какие эти гуси наглые. Это капец просто. А? Ну, красивые. Смотри, утенок. Так, ну что, что у нас в немецких парках могут предложить? Сосиски, помощь, братвурст и помощь. Да, начали с братвурста. Идемте, посмотрим. Может, где-то сядем. Можно мороженое потом. Сосиска вкусная. Очень. Девочки нашли столик. А, девчонки? Да. В теньке. Это хорошо. Да? Так, мама да. Тоже к вам. Okay. У нас здесь очень уютное место. Везде да. Много столиков есть. Очень симпатично. И сейчас вы знаете, закончим. Я хочу сказать, то, что Амазон так тут типа все работает. Воскресенье. Это воскресенье. И это круто, да? Угу. Хорошо. Сейчас сделаем последние снимки. Общая фотография осталась. И прогуляемся чуть-чуть. Недолго, потому как у нас завтра снова тяжелый день. Да. Нам пришлось снова переодеться, потому как еще общая фотография. И мы будем двигаться в другое место, на другую локацию. Что я должна еще сказать? Все дети очень устали. И больше никто из всей шоу-студии, из всех групп не хочет быть моделями. Какая сосна красивая. Красота. Красивый парк. Я не была здесь еще. Но... А весной вот эти все там деревья, рододендроны, или как они называются? Места для отдыха везде есть. Да. Лодочка. Да. Песок везде. Сказочный лес.
Так, кажется, наконец-то мы дошли до места. Ну, место, конечно, очень красивое. Даже избушка на курьих ножках есть. Только из дома все видно, Руся. А там видео снимите, пожалуйста. Маши, 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 маши. Ларёчек, я тебя не вижу. Выйди вперед, зайка. Девчонки, а ну-ка. Во. Леня, Леня, маши, 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 маши. Ручки опустили. И теперь воздушный поцелуй родителям. Три. А теперь наверх. Раз, два, три. Анастасия. А теперь еще вот так. Давайте обнимаем. Все обнимаем. Так, наша фотосессия наконец-то закончилась. Девочки едят кто-то сладкое. Что-то соленое. Вкусный, Марусь, помес? Да, очень. Я рада. Так, ну что ж, хотели погулять, но устали. Сейчас пока доберемся домой. Будет почти вечер. Да. А еще кто-то хочет бассейн. А завтра у нас концерт в школе, после школы. А после концерта сразу бегом опять сюда, в Дортмунд, да, на запись песни. А во вторник у нас потом Ausflug. А во вторник у девочек вылет со школой. Кто-то в зоопарк, а кто-то в Клеттерхоф. Как да. На русском? Клеттерхоф, лазилки, да? Клеттерхоф, ну там лазилки, да? Или что там, Нель? Там лазилки. Лазилки, можно взять еще сменную одежду, если ты намочишься, потому что там есть водяные горки и так далее. Соня, ты поняла? Потому как Соня едет у нас туда с классом, Мария с классом в зоопарк и Неля с классом в зоопарк. Вот такая история. И все, я никак не дождусь, когда будет среда. Среда у нас это последний день школы. И тогда ура! Маруся будет спать, Соня будет плавать в бассейне, а Неля будет работать вместо мамы. Да! Да? А мама будет отдыхать. Да? Да. Ну что ж, большое спасибо всем за просмотры. Подписывайтесь на наш канал, нам будет очень приятно. Всем здоровья! Удачи, мирного неба и всем пока-пока! Смотрите, ребята, какое красивое дерево, старое. Впереди по курсу. Красота. Да. Вот оно. А ну, Марусь, давай посмотрим на него. Вау. Там белочка, видимо, сидит. Или там кто-то сидит. Так, ну и немножко воды. Красота.